поддержку Рифакая Габитова я объявляю минуту молчания по погибшему Рифату Даутову. Я просто хочу узнать причину смерти моего брата. Предлагаю от имени отца Крокалуста его память почтить вставанием. Минута молчания. Ваше предложение, минуты молчания, оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно. И бессовестно, я считаю. Случилась беда, которую никто не ожидал, который скончался, так его по пути перевозили. Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы, которая показала, что нет ни гематом, ничего.